время от времени, в нашей жизни происходят такие ситуации, когда мы стоим на пороге какого-то нового опыта, перед каким-то важным и ответственным заданием. Обычно в такие моменты мы чувствуем волнение, какой-то безотчетный страх и неуверенность в собственных силах. Мы сомневаемся в своей победе. Если бы в этот самый момент каким-то чудом мы смогли бы почувствовать уверенность, спокойствие и веру в свою победу, наши шансы на успех выросли бы многократно. К счастью, у нас есть такая возможность. Психологи называют это ресурсными состояниями. Итак, что такое ресурсное состояние? Давайте обратимся к вашей памяти. Вспомните, как когда-то в прошлом вы чувствовали себя победителем, когда вы были уверены в себе, спокойны и счастливы, когда вы наслаждались жизнью во всей ее полноте. Это могло быть, например, когда вы получали какую-то награду, когда вам давали какую-то грамоту, когда вы первыми пришли на финиш, когда вы выполнили какое-то сложное задание и были довольны сами собой. Попробуйте максимально подробно вспомнить все то, что вы видели в этот самый момент, все, что вы слышали, все, что вы чувствовали в этот самый момент, все, что вам говорили, в чем вы были одеты. И постепенно вы начнете ощущать, как ваше настроение меняется в сторону того состояния, о котором вы сейчас вспоминаете. Вот как работает ресурсное состояние. Хорошая новость состоит в том, что вы сами можете создавать какое угодно количество новых ресурсных состояний. Как это сделать? В этом видео я покажу вам на собственном примере, как вы сможете создавать новое ресурсное состояние. Оказавшись в той обстановке, где вы испытываете то чувство, то настроение, то ощущение, которое вы хотите сделать ресурсным, например, здесь я себя чувствую спокойно и умиротворенно. Начните смотреть по сторонам и запоминайте максимально подробно все, что вы видите вокруг. Запоминайте во всех деталях и потратьте на это столько времени, сколько понадобится. Затем сосредоточьтесь на том, что вы слышите, и запоминайте все те звуки, которые вы слышите. После этого сделайте глубокий вдох и запомните все те запахи, которые вы чувствуете. Вы можете походить вокруг и прикоснуться к разным предметам вокруг себя. Готово. Ресурсное состояние записано в вашу память. Теперь в любой момент, когда в будущем вам понадобится испытывать то же состояние, которое вы испытываете сейчас, вам будет достаточно сесть, закрыть глаза, расслабиться, выровнять дыхание и начать вспоминать максимально подробно все то, что вы видели, слышали и чувствовали в тот самый момент, когда записывали ресурсное состояние. И постепенно вы начнете ощущать, как ваше эмоциональное состояние, ваше настроение, ваше состояние души приходит в то состояние, которое вы испытывали, когда записывали ресурсное состояние. Пользуясь ресурсными состояниями, вы сможете в любой момент испытывать то ощущение, быть в том эмоциональном настрое, каком вам необходимо быть для того, чтобы быть победителем. Пользуйтесь этим. С вами был Антон Деркач. Если это видео было интересным или полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в новых интересных видео.